Так, ну начнем тогда. То есть основные моменты я проговорю достаточно быстро, потому что давно хоть и не было в эфире, прошу прощения за это. С вирусом, с окончанием вируса, то, как я говорил, кризис закончился и началось очень много работы. И все проекты, которые были заморожены, они, слава богу, заново начали развиваться, и таким образом работы прибавилось. Поэтому обещаю, что в ближайшее время буду чаще выходить и делать с вами конференции, так как достаточно много разных у нас планов по развитию нашей платформы. По поводу вируса хочу сказать, надеюсь, что вы видели заявление директора ВОЗ по поводу того, что они ошиблись, оказывается, и пандемии нет. Это не может не радовать. Такой всемирный развод, на мой взгляд, показывает еще раз, что в мире нет никаких гарантий. И что в любой момент нас могут всех посадить по домам, постричь хорошо, и никому за это ничего не будет. Все, кто хотел или организовывал, на этом заработали. Я их поздравляю, конечно, с этим, но, в принципе, за людей и за мир очень обидно. Надеюсь, что впредь такого больше не повторится, и люди не будут такими наивными, как в этот кризис и в эту пандемию. Поэтому желаю вам держаться, и то, что я говорил в начале, когда этот кризис начинал, использовать его только в плюс для себя, для своего развития, это очень важно. Что хочу сказать по нашей платформе и основные новости, которые я бы хотел вам озвучить, для того, чтобы понимали, что мы не стояли на месте и думали только о развитии и планах своей платформы. Первая новость это касательно проекта Фритон. То есть мы сейчас стали валидатором этого проекта. Я думаю, что все криптоэнтузиасты в курсе, конечно, проекта Тона Павла Дурова. И вы видите, что проект прекратил свое существование, к сожалению. Мы тоже участвовали в общем пуле через Дубайский фонд. И нам, как инвесторам, должны вернуть наши инвестиции. Правда, они там сделали несколько таких сложностей для того, чтобы не так быстро нам вернуть наши средства. Но это вопрос чисто юридический, я думаю, все будет нормально. А проект Фритон это запустила израильская компания, поэтому лично я уверен, что за ней стоит тоже Паша Дуров, или мне так хочется верить. Но я думаю, что они очень много тратят и на команду, и на обслуживание денег, ну то есть на проект сам, что не обошлось без человека, который реально искренне заинтересован в развитии этого проекта. А мы получили как валидатор на данный момент около 40 тысяч токенов Ритона, но я знаю, что много сейчас площадок, я думаю, что мы подготовим для вас те площадки, которые есть, где можно получить этот токен бесплатно. То есть на данный момент он не котируется нигде, да, но я думаю, это вопрос времени, потому что проект действительно имеет место быть, и я думаю, что за ним есть большое будущее, и можно сделать на нем хорошую прибыль. Поэтому я вам советую обратить на это внимание и реально разобраться, найти инструменты, которые позволят вам получить этот токен бесплатно на данный момент. Но, как говорится, это не точно. В плане того, что посмотрим, как этот проект будет развиваться в перспективе. Но лично я верю, что действительно за ним стоит Паша Дуров, и проект имеет большие перспективы развития в будущем. Это важный момент. Я думаю, что на нашей платформе вы увидите эту ноду, и это будет очень круто. Следующая новость, которую я хотел с вами поделиться, основная, да, это по поводу нашего сотрудничества с компанией, которая является P2P-обменником, да, это компания Крокобит, у которой есть свои дебетовые карты, которые мы вам обещали, с которыми мы должны на этой неделе подписать официальный договор. И таким образом мы исполним свои обещания и запустим полноценно этот процесс. Там будет также многоуровневая система, там 5 уровней, по-моему. Четко по процентам мы вам скинем информацию, чтобы вы могли зарегистрироваться через нашу платформу и заказывать карты и пользоваться этим обменником. И лично я убежден, что это очень крутой инструмент в плане того, что всегда проблемы с обменом у многих людей, с доверием к обменникам, с выводом в кэш, то здесь вы не только можете рекомендовать и зарабатывать на этом, и
но еще и сами пользоваться безопасным кошельком, который позволит вам выводить сразу на карту себе деньги, на карту MasterCard. Поэтому это будет очень круто, и банкер непосредственно будет залистен на этой платформе. Также будут там залистены некоторые проекты, с которыми мы ведем переговоры с нашей платформы. И вместе с CrackerBit мы будем участвовать на криптоконференции, которую мы готовим в начале июня. По криптоконференции хочу сказать отдельно, что для всех наших партнеров мы предоставим промокод, по которому вы получите 20% скидку на участие в этой конференции. Я всем рекомендую побывать на ней, потому что те, кто в криптотусовке так или иначе получат много информации полезной из первых источников, там будет очень много различных спикеров из крипторынка, и из первых рук вы сможете получить полезную информацию. Те, которые впервые будут на таком семинаре, на такой конференции, вы сможете сэкономить себе как минимум время на изучение не непонятных каналов YouTube, а именно встречу с первоисточниками, с лидерами рынка, с лидерами мнений в криптоиндустрии. Поэтому рекомендую вам ее посетить. Мы сделаем, я думаю, отдельный ролик по этому поводу и, соответственно, выложим там промокод и всю информацию, весь офер по этой конференции, чтобы вы могли понимать, кто там будет, какая информация там будет освещена. И в любом случае вы для себя уже сделаете выбор, стоит там поучаствовать либо нет. Ну, я вам, как сказал, что я вам рекомендую, там будет очень много всего интересного. В частности, там будут разыгрываться очень интересные, крутые призы. По-моему, даже автомобиль будет разыгран, поэтому даже ради этого стоит поучаствовать, посмотреть, что, чему, что будут рассказывать на различные спикеры на этой конференции. Это, в частности, то, что касается конфы. Что касается... кто-то из EDC блокчейна к нам подсоединился даже. Что касается нашего партнерства по CrackerBit, хочется сказать, что это будет очень крутой международный проект, которые разрабатывали больше года. То есть я очень рад, что мы по итогу пришли к совместной договоренности и пониманию, что мы можем развивать этот проект совместно. И, на мой взгляд, это будет очень круто и реально масштабно. Поэтому всем, кто интересуется развитием любого платформы еще и с реферальной системой, это будет только в плюс. То есть я сколько раз сам рекомендовал различные обменники, которые там своим знакомым или друзьям, то есть ты понимаешь, ты порекомендовал, они там поменялись, тебе спасибо, но никакой прибыли от этого ты не получаешь. То есть здесь очень классно сделано, что благодаря тому, что ты будешь рекомендовать конкретный обменник, конкретную платформу, ты будешь на этом еще и зарабатывать, еще и по реферальной системе, по уровню. Также одна из моментов, хотелось бы сказать, что те, кто заказывал карты у нас дебетовые на платформе, будьте уверены, что вы их получите в скором будущем, да, и лично от платформы Банкер вы получите бонусы за терпение и доверие к нам, мы вам это гарантируем. Это будет тоже описано после того, как мы подпишем договор и объявим полностью о сотрудничестве с этой платформой. Также, какую новость еще важную хотел вам сказать, это о том, что все проекты, которые мы отбираем на нашу платформу, да, проходят некий отбор. Мы об этом неоднократно говорили, и вот на данный момент я хотел бы вас предупредить и сказать о том, что мы решили делистить проект Affiliate, так как они не выполняют планы развития своего проекта, да, и мы видим, что они не готовы дальше развивать эту платформу, дальше развивать этот проект, несмотря на наши договоренности. Поэтому эта монета будет делистена с нашей платформы, к сожалению. Но я думаю, что появятся более интересные проекты, на которых вы сможете заработать вместе с нами. Лично я на Affiliate даже немного потерял. Ну, то есть это как, в принципе, весь крипторынок, он отчасти непредсказуем. То есть ты можешь взять какой-то проект, который не особо был интересен, и сделать на нем хороший профит, а можешь взять тот проект, на который ты надеялся, рассчитывал, и, к сожалению, не заработал. Поэтому все дело случая. Но все равно зависит от ваших намерений на инвестирование,
Да, в любом случае, если вы вошли в этот рынок криптоинвесторов, то вы должны тщательно изучать проекты, смотреть и, соответственно, лишний раз не рисковать своими сбережениями. Потому что это всегда чревато. Люди, которые не разбираются, заходят на последние деньги и чаще всего потом винят кого угодно, кроме себя. Поэтому я вам рекомендую брать ответственность на себя и разбираться непосредственно самостоятельно в любом проекте, в любой платформе, в любом бизнесе. То есть везде можно и заработать, и потерять. И на любой проект всегда будут те, кто положительно отзываются, те, кто отрицательно. Поэтому даже на такую компанию, как SpaceX или Tesla, Маска, все равно есть те, которые негативят. Меня это удивляет, потому что это невероятно крутой предприниматель. Это один из моих кумиров, можно сказать, да, человек, на которого хочется ориентироваться. И все равно его кто-то хейтит и кто-то высказывает негатив. Меня это, честно, очень удивляет. Человек реально делает историю. И это очень круто. Хотелось бы хоть раз кому-то из тех, кто его хейтит, сказать: создайте что-нибудь подобное или похожее, или хотя бы хоть как-то приблизьтесь к тому, чтобы создать проект, который реально может изменить мир. Даже если у вас ничего не получится, хотя бы попытайтесь придумать хотя бы такой проект. На мой взгляд, это очень круто. Я думаю, что каждый из нас, особенно мужчины, мечтали в детстве создать ракету и запустить ее. Я думаю, это было бы невероятно круто. Хорошо, хоть один из нас воплотил эту мечту в реальность, и мы можем только за него порадоваться и всячески поддерживать, на мой взгляд. В принципе, это все основные моменты, которые я хотел проговорить. Я не люблю, когда вебинары длятся долго. Считаю, что все насущные вопросы надо быстро обсудить, потому что можно всегда говорить за жизнь очень долго. Я вам хочу сказать главное, что мы нацелены только на развитие. Вы видите, что все новости, в принципе, по сути, все полезные, все только в плюс нашему проекту. Поэтому все, кто присутствовали здесь сейчас и понимают вот это, готовы дальше развивать вместе с нами, мы будем только рады вас видеть. Мы со своей стороны, вы видите, выполняем все свои обязательства, которые мы взяли на себя изначально, и планируем только дальше улучшать сервис, улучшать качество работы. Вы видите, что, по крайней мере, к сервису к нам никто не может предъявить ничего. К проектам, которые у нас присутствуют на платформе, можно предъявить, но мы к ним отношения никакого не имеем, поэтому мы только площадка для возможности инвестирования. Поэтому это нужно понимать. Монета, например, такая как BIP, тоже, которая сейчас просела, и многие потеряли в депозите в кэше, то есть, ну, возможно, они выйдут из этого кризиса реально и будут показывать еще больше рост, потому что на их платформе сделано очень достаточно много классных, хороших проектов. Я им верю в это. Так что вот так. Всем желаю всех благ и, соответственно, только заработка в крипторынке, в криптоиндустрии. Если вы вступили уже на этот путь, то будьте сильными, будьте смелыми, дерзкими даже, я бы сказал, потому что многие из людей, даже из моего окружения, вообще не понимают индустрию крипты и вообще, что там можно делать, как там можно заработать. И я считаю, что наоборот, те, кто идут, как говорится, в голубой океан, всегда в большей перспективе могут заработать, чем те, которые даже не смотрят в эту сторону и живут какой-то размеренной жизнью без всплесков и падений, как говорится. Если есть вопросы, вы можете написать. Сереж, давай включим чат, я могу быстро ответить на них. Ну, в принципе, основные новости... Я включу возможность включать микрофон. Дело в том, что тут я смотрю, да. все свои, как бы. Вообще замечательно. Надеюсь, что тем более было полезно. Он Ткаченко, этого Алекса, хотелось бы услышать, как у него дела. Я давно его не слышал. Включись. Вот так вот сразу сходу, да? Привет, Дим. Ну да, привет, чего, тебя увидел. Просто ты у меня первый тут на странице. Я вижу еще Валика, но могу его тоже включить. Если хочешь, скажи пару слов, что думаешь, чем занят, ну, то есть будет полезно. В принципе... Как говорится, кривить душой не буду, да, немножко занят был вот где-то с марта месяца. Активно. Это нормально, но в принципе все мы заняты. У каждого, я думаю, развитие, есть какие-то проекты, да, какие-то идеи. Развитие ростом. Но всегда наблюдаю и слежу за новостями iBanker, потому что по-прежнему остаюсь участником, по-прежнему инвестором.
и присматриваюсь к новым монетам, которые появляются, листятся на проекте. Немножко расстроен, ну, совсем немножко тем, что аффилиат не проявил себя. Ну да ладно, бывает такое. Ну да. Да, все мы в этом расстроены. Поверь, что я больше всех, наверное, расстроен, потому что я в этом проекте, ну, делал на него большую ставку. Я летал даже в Москву тогда, когда мы его запускали. И реально у меня были большие надежды на этот проект. Я думал, что они, ну, выйдут на какой-то более серьезный уровень. К сожалению, бывает такое. Да, бывает. У меня такой вопрос, скорее даже не то, что вопрос, а предложение. Вот, так как у нас в iBunker присутствует такой проект, как Дарс, в частности, его лидер Саша Перевезенцев, у меня есть предложение все-таки вернуться к той теме, предлагать периодически проводить какие-то занятия и тренинги для участников iBunker. Я прекрасно знаю, как бы, навыки Саши, и я думаю, что это будет многим полезно и привлечет определенный интерес и желание участников чаще и больше посещать мероприятия iBunker. Вот, поэтому такое мое вот пожелание. Ну да, мы планировали, ты видишь, но просто кризис реально повлиял так или иначе на всю работу, и на все, к сожалению, не хватает времени, надо выстроить четкую работу по структуре, и все станет на свои рельсы. Но я уверен, что сейчас, за этот месяц до подготовки к конференции, мы это сделаем частично, то есть для тех, кто этого желает реально. Мы не будем никого тянуть за уши и говорить, что проведи конференцию или еще что-нибудь. Те, кто желают, они всегда готовы выступить для нашей аудитории и сказать свое мнение или свои какие-то планы или идеи. Я думаю, так верно, у каждого должен быть свой выбор. Но мы подготовимся к тому, чтобы выступить на конференции. То есть это основная задача, которая приведет и новый трафик, и новых пользователей, и это даст тот рост, который, в принципе, всем интересен. Это самое важное. Ну и, соответственно, привлечение Крокобита и полноценное партнерство с этой платформой, это тоже привлечет очень много различных пользователей. И те проекты, которые будут, соответственно, залистены на Крокобите, они, я думаю, будут залистены на Банкере. И это очень важно. То есть у человека, у наших партнеров, у всех пользователей будет возможность понимания, что они как инвестировали, так и легко могут вывести. Четкий механизм, алгоритм для вывода средств своих в кэш. То есть это будет очень круто. Я думаю, что все хотели бы такую платформу, которую ты понимаешь, что она надежна для тебя и очень удобна. Мы совместно с ними будем делать и видеоинструкции. То есть, ну, мы готовимся к ним к полноценному масштабному сотрудничеству. Не то, что мы просто у них залистились, и на этом наше сотрудничество ограничивается. Нет. Мы будем как и вести те проекты, которые к нам приходят, заводить на эту платформу и вести их полноценно. То есть мы будем очень всесторонне с ними сотрудничать. Договор у нас очень продуманный и позволит нам расширить и свою клиентскую базу, и помочь в развитии платформы Крокобита. Я думаю, это будет очень круто. А еще можно вопрос, Дим? Да, какие-то маркетинговые коллаборации намечаются в ближайшее время, помимо вот этого форума? Имеешь в виду какой-то промо, да, или что? Да. Да, мы, конечно, его планировали. Но мы планировали и так промо, которое мы планировали сделать еще на март месяц, да, с выездом, со всей тусовкой. И это было бы очень круто. И, соответственно, это давало бы рост платформе и приводило бы новых партнеров. Но из-за всей ситуации мы это перенесли. Сейчас мы планируем, что мы подготовим промо как раз к конференции, да, но нет смысла делать его раньше. То есть на конференции это можно сделать более масштабно, на большую аудиторию, и будет, ну, это красиво. То есть, на мой взгляд, это правильно. Поэтому мы будем готовиться к этому. А какое-то внутреннее, это только будет тот, если те монеты, те партнеры, которые будут заходить, листиться на нашу платформу, если они будут желать сделать какое-то промо отдельно от себя, то да, мы сделаем это в течение месяца. А от себя мы можем сделать только промо, то, что я говорил, на конференцию для наших партнеров, да, это тоже будет достаточно интересно. Они получат скидку в минус 20% на билеты, такого не будет ни у кого, в принципе. Ну, может, что-то еще придумаем, конечно, но, на мой взгляд, пока этого достаточно. Люди должны понимать ценность, ради чего, что им движет. Давать всегда бесплатно, это никогда не приводит к результату. Вот насколько я знаю, по моему опыту, даже мне, если дать тренинг бесплатно, я вряд ли его посмотрю. Или там, если я за него заплатил деньги, я в любом случае его изучу, посмотрю и вынесу для себя пользу. То есть
Мы так устроены, это просто психология людей. Все бесплатное не ценится. Поэтому промо я вижу реально только для конфы. Да, я согласен. Должна, у всего полезного должна быть определенная ценность. Это просто здравый смысл. Ну, то есть я больше сторонник, чтобы все было лояльно и просто со здравым смыслом. Если человек не ценит, то он не оценит, даже если ты ему поможешь на $1000. Да, ну, то есть он будет это принимать как должно. А если он это заслужил хоть как-то, хоть что-то сделал, какое-то действие, он всегда это будет ценить и всегда будет благодарен. То есть, вот, например, тот платформу, которую мы хотели сделать для наших партнеров, да, по мотивации и обучению, я думаю, что мы ее запустим тоже там либо до конфы, либо после. То есть, и посмотрим, как это будет развиваться. То есть, я вижу в этом большой потенциал, большую пользу для людей. Потому что люди в основном хотят быстро все и сразу, но хотелось бы, чтобы они понимали, за что им это. То есть, когда человек понимает ценность, он это ценит и чувствует лучше. Это везде, так не только в бизнесе, и в семье. Когда человек понимает ценность своей семьи, своих детей, он их ценит реально по-настоящему. Когда он не видит этого, то они проходят мимо него. Потом он оглядывается, а его детям там, по 18 лет, они с ним не разговаривают. Так тоже бывает. Ладно, то о жизни. Я же говорю, за жизнь можно говорить долго, всегда, и это всегда будет интересно, особенно с умными людьми. Я был рад вас всех видеть. Надеюсь, что я принес вам тоже хорошие новости, полезные ценности. Поэтому оставайтесь с нами, будем только развиваться. Всех благ, желаю вам найти себя и при этом хорошо зарабатывать. Вот так скажу. Да, Дим, большое спасибо. Был рад видеть. Да, все. Счастливо, на связи. Всех благ всем. Global Star Club. Возможности безграничны.